На сцене персонажи нашумевших кинопремьер прошлых лет. «Алиса в стране чудес», «Красавица и чудовище», «Холодное сердце». Артисты – сами студенты Международного инновационного университета. Преподавателям и сокурсникам они решили подарить новогоднюю сказку-мюзикл. Получилось весело и оригинально. А тем временем на сцене происходило волшебство. Дед Мороз и Снегурочка растопили ледяное сердце Красной Королевы. Состоялся бал, и Новый год был спасен. В завершении праздника студенты сфотографировались с артистами и хореографическим коллективом Международного инновационного университета. В этом вузе творческое развитие учащихся играет большую роль в образовательном процессе. Хочу поздравить всех преподавателей нашего университета и вообще, в принципе, всех университетов и всех студентов с наступающим Новым годом. Пожелать счастья, благополучия, хорошей учебы и чтобы все было хорошо.